садиться, да, без дела, так стихотворение. Да. Утро, сегодня суббота, 24 сентября. Луна на исходе, не так и холодно, но я прибежал пораньше. Сегодня приехал, и плохо видно, еду на велосипеде. Братья тут готовят. Что ты готовишь-то, Никита? Салат готовлю, Игнат Тихонович. Как называешь? Всеми любимый салат. Помидоры, одним словом, помидоры с луком. Помидоры с луком. Соли и растительное масло, вот четыре компонента. Что тут у нас на часах-то? 6:30. Я уже все закончил. По интернету. Меня Никита вчера напугал, что там говорит. У меня опять мало осталось. Опять 200 рублей. Да 500, главное, отдаю за месяц. И, ну, вот у Володя повреждение было. Там маленько я закачал 3 маленьких ролика. Вообще, ни по скайпу, ни одного разговора не было, ничего. И как так? Куда делись деньги? Ты проверь еще раз. И Никита говорит, еще 200 рублей. Ничего себе, 700 рублей. И ограничение такое. Один фильм посмотрел. Окончание Великой Отечественной войны в документах. Вот это растительное масло. Помидоры. Нарезанные не кубиками, а пластинками. Треугольные. Вот. Лук репчатый. Соль. И перемешать все с растительным маслом. Когда разрешено. А нет, значит, без растительного масла. Утром всегда святая вода. Володя печет лепешки. Вот какое утро. Вот какая большая кастрюля у него. Тесто. Вот картошка. Что у тебя в большой сковороде-то? Лепешка. Ну-ка. Горячая. А, лепешка. Вот этот нашли-то мы этот кастет. Я сегодня посмотрел по интернету, какие виды кастетов бывают. Свинцовые. Это оружие как холодное. Да. Я его этими напильниками прочистил. У меня круглый напильник есть. А это, которое у нас на цепочке шарта, я зарядил узнать, как правильно называется-то. Я называл кистень, так палец. И оказалось. Палец. Это ж палец. А? Палец называется. Нет. Кистень, который вот на ручке-то шарта такой бьет. Ну, вот. А который ремешок на руку, темляк. 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 Я сегодня посмотрел. Вот, подумал. Что кистень, я приблизительно говорил, не утверждая. Но оказалось, действительно так, прямо как будто у нас сфотографировали. Я на огород. А я не против был бы 6:30 позавтракать. Это Володя запасные дает по прянику. Видите как. Когда постный день, то у нас... Не просто так. А где хранишь этот сотовый мед-то? Здесь. В духовке. А-а-а. Ну-ка покажи его, какой он. Возьми в руку. Это Никита уже нам добывает. Вот он. Раз. Мед. И Володя режет, сколько дает каждому. И с лепешками. У нас тут котел. Подними-ка, я покажу котел хоть раз. Это из отцовой бани котел. Воды полная. Вот. И она нагревается. Теплая, аж и держать нельзя. Вот, видишь, листики. Так и все просто. Духовка. Это я печку делал. И труба выходит не через верх, а дальше здание это кухонного. Там оно. Вот одно утро. Так, а у нас еще холодильники. Хоть раз открой-ка, я гляну. Уже показывали. Холодильник. О, тут у нас. А что там в кастрюле-то? Это гречка.
остатки. Понятно. Одно яйцо на всех на неделю. Так, а в холодильнике-то что тут? Там ничего нету. Еще нету. Видите? А кто нам дал, я хотел эти огурцы? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, какие хорошие. А морковка-то есть сегодня? Вот Никита пошел за ней. На огород? Да. Потемках, а еще же не днем-то? Не вспомнили. Вот видите как. Все простое такое. Это что такое вверху потолок? Крылышки голубиные. О, вот сколько крылышков здесь. Крылышки покажу, как тут кинутся. Разные саварбеки кусать меня там, дудины. Ой-ой-ой, крылышки, как же так, копыта. Ну вот так, крылышки. А здесь у нас что? Здесь Библия, Новый Завет, толкование, священное изображение святых. Видите, какой образ. Ну и это я сегодня надел костюм один, да сверху надел еще вот это свой. Холодно утром ехать было. Вот, матушка вчера дала два арбуза. Вот один арбуз, а там второй. Сильно раздобрилось. А что у нас в холодильной камере здесь? Ну-ка, приоткрой, глянем. Это две пустые кошкам. Манная каша каждый день по две. О, а что там, не видать? А что это такое? Ягоды, творог. Это косточки бараньи. Ну да ты растай, лично убрать. Еще что, а вверху что? О, лед-то какой. Да ты растаял бы его. Там еще и нет, наверное, электричество только. Это щука. Щуку, так свали ее. Все, видишь, застыло, сломаешь. Да нет, она не застывает тут. Это рыба разная. Ну, так главное-то от мышей. Это ягода тоже тут. О. Это все тут. Ну, голод не грозит. Нет. Понятно. Вот, для сухого мусора ведро, для жидкого, под этим мелкая картошка, тут мелочь специально, под столом. Вот, скамья, толщина 7 сантиметров, доска, вообще 7 сантиметров, 70-ка, это редко такое найдешь, ну... За стол готовится, там своя техника Никита. Это щат. Никитина? Да. А твоя-то где? Там. Ага. У Володи здесь. Вчера отремонтировали, привезли. Ну вот видите как. Это в степи, это лагерная кухня. Это посмотреть вверху напильник. Его и не видно. Да не напильник, это нож. А еще это нож самодельный такой. Еще и врежет, непонятно. И ты даже не знаешь, да? Ага. Тоже нож. Это в земле найденные ножи. Ручку сделали, скрутили. И не знает еще. Ну, запасные. О! Ага, наконец-то увидал. Мой инструмент. Напильник. Это просто так. Цветы сушеные. Здесь что, еще один напильник? Но напильник такой плосконький. Наугольник тоже. Видите, показать как что. С веревочки натянутые, что-то сушится. Отдельно тут стоят баночки. Сахар, соль. На третий лагерь. Ну не лагерь же там. О, горячее. Это что-то молочное. Картина Андрей Дробот рисовал.
Ну, перспектива не получилась. Эти лесополосы далеко, а у него как будто они рядом. А они километра за 4 от нас. Вот как лагерь выглядел. С флягой ездит за водой в колодец. Из колодца брать по воду нельзя, только шлангом. Роспотребнадзор нас жущил за это. Я говорил, хоть все, выполни все требования. А это никакой роли не играет. Решение принято, и они будут делать. Заранее в этом убить. Когда санэпидемстанция нас так давила, мы на колодец сделали железный, сварили на колодец крышку, как бы колпак, чтобы с чего какой отравы не подсунули. То есть на любое пойдут, лишь бы уничтожить. Ну вот, мы пока существовали, теперь лагеря нету. Ну, лагерная территория остается. А это что у вас? Ну, это то, что Ирина притаскивала. А. Торт. Понятно. Теперь пироги нам дают. И все, живем не бедно. Лепешки. Богу нашему слава. А то вы живете, проголодь, ничего подобного. Ну, спасы соблюдаемо. Что еще нужно-то? Все, однако.